Отличное блюдо, которое, несмотря на свое название, уже давно стало обыденным на любом праздничном столе во всех странах бывшего СССР и не только, но менее вкусным оно от этого совершенно не стало. Здесь я вам предлагаю, можно сказать, классический на сегодняшний день рецепт говядины по-французски в духовке и, хотя в оригинал, состав был немного другой, но основа осталась практически такая же: говядина, грибы и майонез с сыром вместо соуса бешамель. А теперь любой русский праздник не обходится без приготовления такого мяса, и никто уже и не помнит, почему у него такое название. И, если у вас также приближаются праздники, или вы просто решили побаловать себя вкусным ужином, то я с удовольствием расскажу вам, как сделать говядину по-французски в духовке. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Для начала нарезаем говядину на порционные куски шириной около 1 см. Затем хорошенько ее отбиваем, так мясо будет более мягким и нежным. Воду смешиваем с лимонным соком и моем в этой смеси грибы. Нарезаем небольшими пластинками. Жду ваших лайков и комментариев. Затем натираем сыр. Лук нарезаем кольцами, а помидоры кружочками. Теперь смешиваем соль, перец, добавляем немного воды и обмакиваем мясо со всех сторон в этой жидкости. Теперь смазываем противень маслом и раскладываем на нем говядину. На кусочки мяса выкладываем нарезанные грибы. Затем лук и майонез. Теперь выкладываем по кружочку помидора на каждый кусок мяса. И самый последний слой, тертый сыр, затем ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 25-30 минут, вот все и готово. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Говядина, 500 грамм, шампиньоны, 200 грамм, помидор, 3 штуки, лук репчатый, 1 штука, сыр, 150 грамм, майонез, 150-200 грамм, лимонный сок, по вкусу, оливковое масло, по вкусу, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, количество порций, 1/5-18. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи!